Всем привет! А у меня вон чего есть. Ой, не буду светить адрес. Короче, сейчас получила посылку от своей подруги-художницы из Лениногорска. Я уже тут вроде ленточки все повскрывала. Должна открыться. Я примерно знаю, что там должно быть. Там, короче, должна быть штука для того, чтобы держать кисти из полимерной глины или не полимерной, ну короче, из какой-то там глины художественной. Ну, блин, вот из меня вскрывальщик. Я не знаю, как ее открыть. Как ты открываешься? Ну как ты открываешься, блин? Капец. Придется все резать. Я рукожоп. Поэтому я буду жестко резать и драть коробку. По одному буду доставать. Ого! Это что, Альбина, ты с ума сошла? Фига себе! Масло льняное. И масляные краски. Она знает, естественно, что я пишу маслом. Блин, спасибо. Что это за... Английская красная, Марс черный и голубая. А вот это, видимо, то, что я, собственно говоря, ждала от нее. Наверное, сейчас посмотрим. Да, вот они. Тут еще три штуки. Вот они, девочки и мальчики. Из художественной глины она слепила такие. Сейчас покажу, как это работает. Сейчас уберу. Такс, ну возьмем кисточки. Вот. Поняли, да? Потому что у меня постоянно кисти пачкают стол, пачкают, ну, всякое-всякое остальное, потому что ну, некуда их положить именно в процессе рисования. Во, красота. Три штуки. Их можно покрыть, ну, каким-то лаком, разукрасить. Ну, это по желанию. Но мне нравятся именно такие, беленькие. Класс. Спасибо, Альбина. Я, короче, сама, когда я увидела такие штуки, а я такая, о, прикольно, это из чего? Ну, она мне объяснила, что вот такая-такая-то глина. Я говорю, блин, надо купить в художественном магазине. Ну, в Леонардо поеду. В следующий раз она говорит, нет, не надо, типа, не покупай, я тебе сделаю и пришлю. Вот. Вот такая полезная вещь. Ну, и масло льняное, конечно, оно в хозяйстве художника, который пишет маслом на холстах, всегда пригодится. Тут что-то еще. Офигеть. Офигеть.
набор акварельных карандашей. Пятьдесят шесть штук. Я таких никогда и не видела в магазине, между прочим. И что это за... Чьи они? Ну-ка. Сейчас глянем. Хотите обзор на них? У меня есть еще две упаковки, два набора акварельных карандашей от Виста Артиста и Невской палитры. Я хотела сделать, ну, такой обзор сравнительный. И можно еще и с этими посравнивать. Если хотите, пишите в комментариях. Класс. Обожаю сюрпризы. Так, тут больше ничего нет. Тут еще что-то. Какая прелесть. Мишки в лесу. Все. Пуста. Пуста коробочка. Класс. Класс. Ну все, пошла рисовать.